Всем привет! На связи канал об английском и саморазвитии. Меня зовут Максим. И сегодня мы поем и разбираем текст песни «La Seine» из мультика «Монстр в Париже». После просмотра этого видео ты, во-первых, поднимешь себе настроение, а во-вторых, я надеюсь, что ты поймешь каждое слово из этой песни и, возможно, даже немного обогатишь свой словарный запас. Ну, поехали! Resplendent, so confident, La Seine. I realize I'm hypnotized, La Seine. I hear the moon singing a tune, La Seine. Is she divine? Is it the wine? La Seine. I don't know, so don't ask me why. That's how we are, La Seine and I. I don't know, so don't ask me why. That's how we are, La Seine and I. Пиши в комментариях, смотрели ли вы этот мультик о гигантской блохе и влюбчивых французах. Ну, а мы меж тем продолжаем. Разбираем текст. Она великолепна, такая уверенная. Сена. Я понимаю, я загипнотизирован. Сена. То есть, главная героиня Люсиль, она в этой песне поет о том, как она любит главную реку во Франции, Сену. По-французски Сена это La Seine. La это во французском такой артикль. Ну, это уже не из области английского, это из французского так и пришло, потому что песня переведена с французского на английский. И они, англичане, оставили фразу La Seine в оригинале из французского текста. И, как мне кажется, если честно, правильно сделали. А слово resplendent, отличное слово, оно значит великолепный, выглядящий очень впечатляюще. А, то есть это хороший синоним слова great. Можно, например, сказать девушке комплимент такой. You look resplendent today. Значит, you look great. I hear the moon singing a tune. Я слышу луну, которая поет песню. Я слышу, как луна поет песню. Сена. Она божественна. Или это вино? Сена. Здесь есть довольно-таки интересная грамматика в этом куплете. Ну вот, например, I'm hypnotized. I'm hypnotized – это пассивный залог. То есть глагол hypnotize значит гипнотизировать, а am hypnotized значит загипнотизирован. То есть я являюсь не источником действия, делателем его, а я являюсь его воспринимателем. Меня кто-то гипнотизирует. И если вы заинтересованы в пассивном залоге, у меня есть, кстати, о нем видео отдельно, очень старенькое. Дальше. I hear the moon singing a tune. Это complex object, сложное дополнение. Что такое сложное дополнение? Если, допустим, вы хотите сказать, я хочу вина. Не знаю, почему я решил слово вино, но пусть будет. Я хочу вина. Вино – это прямое дополнение, которое относится к слову «хочу». Хочу чего? Вина. А вот здесь у нас дополнение состоит из двух слов. Одно из этих слов является предметом, а другое из них является глаголом. Так вот, the moon singing – это как раз и есть сложное дополнение. По-английски оно называется complex object. Идея этого дополнения выражена двумя словами – существительным и глаголом. Вот так это работает. На английский конструкция complex object переводится при помощи сложно подчиненного предложения. Я слышу, как луна поет песню. Вот эта часть – как луна поет песню, она как раз переводит выражение the moon singing. А complex object у меня тоже есть видео, если что, сверху. Дальше, припев. Припев очень простой, новички оценят. Я не знаю, поэтому не спрашивай меня почему, но вот у нас так. That's how we are. Сена и я. Вот так у нас, у Сены и меня. В общем, как вы поняли, l'amour toujours в адрес Парижской реки. Ну что ж, а теперь я спою партию гигантской блохи Франкура. I feel alive,
when I'm beside Lassie, Lassie, Lassie. From this angle, like an angel, Lassie, Lassie, Lassie. I don't know, so don't ask me why. That's how we are, Lassie and I don't know, so don't ask me why. That's how we are, Lassie and I. Up on the bridge, my heart does beat. Between the waves, we will be safe. There we breathe. Can you believe? Learn to forgive upon the bridge. Do 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 do. That's how we are, that's Sen and I. Do 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 do. That's how we are, that's Sen and I. Если тебе нравится такой формат видео, то обязательно поддержи видео лайком и, может быть, даже напиши к нему комментарий. А мы едем дальше, мы разбираем второй куплет, который поет гигантская блоха Франкур. А я чувствую себя живым, когда я рядом с сеной, сеной, сеной. С этого ракурса, как ангел, сена, сена, сена. Ну, здесь, в общем-то, ничего сложного нет в этом припеве. Я только вот решил остановиться на слове angle. Angle вообще обычно на русский переводится как угол. Но мы, когда говорим с какой-то стороны посмотреть, мы используем не слово угол, мы обычно используем слово ракурс или сторона. То есть с этой стороны, с этого ракурса выглядит как ангел. Поэтому мы должны отличать слово angle, которое значит геометрический угол, как некий угол между двумя линиями, а также точку зрения от слова corner, которое обозначает место в углу комнаты. То есть corner в комнате, angle в геометрии и точка зрения. Вот такие два интересные контрастирующие слова. А дальше повторяется припев, его мы не будем переводить. И очень интересный бридж. Бридж — это такая дополнительная мелодическая вставка в музыке, которая не является ни припевом, ни куплетом. Вот сейчас разберем бридж. На мосту мое сердце действительно бьется. Между волнами мы будем в сохранности, мы будем спасены. Воздух, которым мы дышим, можешь ли ты поверить? Учимся прощать на мосту. Вот такой, в общем-то, странный, наивный текст. Очень интересный грамматический момент. My heart does beat. Вы точно знаете, что в present simple в утверждениях мы не используем вспомогательный глагол. Но здесь он появляется. Так вот, если он появляется, он используется для усиления утверждения. То есть мы можем перевести my heart does beat. Это значит, мое сердце действительно бьется. И очень интересный аграмматизм в этой песне, я бы сказал. Вы знаете, что у нас есть предлог between, который между двумя предметами. Например, вот сейчас микрофон между моими кулаками. The microphone is between my fists. Но если у нас предметов много, и они разбросаны вокруг, мы говорим among. Если бы у меня было бы, не знаю, 5 кулаков, и микрофон был бы между них, мы бы сказали the microphone is among the fists. Вот. И здесь очень забавно то, что они поют не among the waves, среди волн, в смысле многих, а between the waves, среди будто бы двух волн. Немножечко странно, но я думаю, что дело в том, что нейтивы просто не заморачиваются. Они не замечают таких вещей и живут по более легким правилам, чем, скажем, те, кто учат язык специально, как второй, и особенно для каких-то профессиональных целей, как это делают бедные преподаватели. В общем, самая сложная часть перевести. Пожалуй, я не справлюсь. Ладно, давайте переведем это просто на русский так. Ладно, все, кончаю кривляться. На этом на сегодня все. У меня вот такое получилось видео. Если тебе нравится формат, где я играю на гитаре и что-то рассказываю про английский язык, советую посмотреть другое мое видео «Священная война».
я перевел военную песню «Священная война» на английский язык. То, что получилось вот в этом видео. Так что смотри в следующем. И до связи!